Первый вопрос об ономастике. Как проходит работа по переименованию сел и улиц? Планируется ли переименование города Щучинск? По ономастике у нас на постоянной основе работает комиссия ономастическая. В этом году мы переименовали уже 17 улиц. Также у нас еще стоит в плане переименовать 6 улиц на 23-й год. А в этом году еще мы поменяли одно село, переименовали. Это у нас Красный Кордон на Аккаим. На 23-й год запланировано переименование 20 улиц. Это и по городу Щучинску порядка 10 улиц, это центральные улицы в основном. И 4 села. По переименованию города Щучинска здесь пока вопрос не стоит. Заявления такие были, от людей поступали. Но это будет уже все на усмотрение после проведения общественных слушаний. Если большинство людей будут за переименование, конечно, мы тоже будем не против.